Ребят пригласили совершить увлекательное путешествие в веселую летнюю страну Играндию. Там их ожидало множество интересных конкурсов, спортивные соревнования на ловкость, загадки, рисование на асфальте. Но основное внимание детей привлекли химические опыты, ведь каждый маленький участник мог почувствовать себя настоящим ученым. Праздник хотели создать детям наших сотрудников, преподавателей, хорошее настроение, чтобы детишки повеселились. Ну и все-таки лишний раз хотелось, чтобы родители привели своих детей, то есть в то место, где они работают.